Всем привет! Друзья, давно я не выходила, как говорится, в свой любимый эфир, не снимала свои любимые ролики. Но так складываются сейчас обстоятельства, просто не хватает времени на это. И мы классом сегодня выехали на природу, покататься на горке и посмотрите, какая природа, какой сегодня чудесный день. Дух захватывает. Горы красивые, в снегу. Сегодня последний день зимы. Но при всей этой красоте, обратите внимание, вот это вот здание сейчас покажем. Когда-то это был механический завод, работали люди, производили изделия, а сейчас это все стоит заброшенное. Это очень печально. Красота, погода великолепная. Решила тоже вспомнить детство, прокатиться. Вот ты такая вот эта. Давай, я подтолкну. Подойди. Ногой подтолкну. Еле тоже. Тебя еле как? Процесс фотографирования идет, тоже успеваем. Мамочки, которые не поехали с нами, попросили отправить фотографии. И надо обязательно им отправить.
водичкой. Цепляться нельзя по одному. Вот такой замечательный день сегодня у нас был с нашим классом и нашими хорошими, любимыми родителями и детками. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. И всем пока-пока!